Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и сегодня вместе с Жекой мы продолжим нашу новую рубрику Войнушка в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Поэтому вы знаете, что нужно делать. Мы реально, Жека, хотим вас поблагодарить. Мы реально хотим, Жека, вас поблагодарить. Раз, два. Я не могу разговаривать. Раз, два, три. Мы реально, Жека, хотим вас поблагодарить. Раз, два, три. Мы реально, Жека, хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы ставите кучу пальцев вверх. На прошлых сериях мы набрали просто дохренище лайков, поэтому, ребята, также влепите огромный палец вверх и на мой видос, и на видос Евгения. Будет 15 тысяч лайков, будет новая серия, обещаю. Погнали. В общем, ребята, новая серия, новая армия. Как видите, у меня замок из эндстоуна и также адского кирпича. Я не буду выпускать моих самых злых воинов в этой вселенной, поэтому пускай они остаются там внутри, а уже крепость из Властелина колец. Минус Моргул, или как он там называется, я не помню, я уже очень давно смотрел Властелин колец. Смотри, какой мутянт какой-то летает, непонятный. Но хорошо, ребята, мне кажется, на этом действительно можно уже начинать. Смотрите, у меня даже какой-то демон, ну якобы демон нарисован, но неважно, ребята. Если вам нравится эта рубрика, то в первую очередь подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления, если вы хотите видеть новые серии как можно скорее, как можно раньше и быстрее всех остальных. Да. Будьте те самые, которые пишут комментарии. Первый, я первый, а других обсираю. Ну, как бы типичный YouTube, типичные комментарии. Лайкусики, а мы, ребята, с вами погнали. Слышь, ты, дебил, выходи сюда, давай. Что ты там? Давай сюда. Давай сюда. Дракон, понимаешь, у меня есть дракон и маленькая голова. Манал, я твоего дракона. Слышь, ты вообще тот самый ненормальный. Ты козява, ты что? Я тебе объявляю войну! Войну тебе объявляю, понимаешь? Ты козява, мне будешь объявлять войну? Да! Ну все, козява, ты сейчас... Мутант переросток какой-то, давай, пускай своих. Да, козява, ты давай не выпускай. Пускай своих вот этих мелких, давай. Сейчас, я чмошники, чмошники какие. Пацаны, давайте, выходите, давайте, порвите. Они отказываются. Порвите их на части! Они отказываются воевать с такими нубами, как ты, понимаешь? Они просто отказываются. Пацаны, давайте, вперед. Не отказываются. Они не будут с тобой воевать, понимаешь? Они не будут. Пацаны, не будут с тобой вперед, воевать. Давайте. Они просто отказываются. Вперед, давайте. Войны с тобой! Атаку! Сейчас я еще выпущу, давайте! Пацаны, давайте! Моя армия просто, знаешь, она возросла в количестве. Да. Давайте, пацаны, давайте! Кто выигрывает? Ты меня что-то как-то слишком раскидываешь пока что. Знаешь, моя зеленая жижа, она расползается, Какие громкие звуки, боже что мой. Давайте, пацаны, да убивайте их хотя бы немного, ну посмотрите! Ну так. это просто эпик, понимаешь? Это эпик. Эпик батл просто of history. Давай! Рыба части! Давай! Так, Жека, что-то тут неладное. То есть я уже что-то проигрываю. Такого не случалось раньше. Мы нападаем в атаку, конница! Конница, давайте, лошади! Просто посмотри, тут какая-то такое месиво происходит, что я ничего не понимаю. Да, пацаны, что-то вы как-то вот это самое... Тут 200 воинов в одной... Что-то они как-то слишком проигрывают. А почему у меня так мало, на самом деле? А на самом деле, как бы, ты вроде сокращаешь отрыв, или нет? Пацаны, последние две... Пацаны, давайте, выходите, да, бежите, бегите, бежим, я бежу. Ты бежишь? Ты уже бежишь? Я уже побежал, мои уже побежали, пацаны. Давайте! Мои тоже вроде побежали, но я чуть пока не понимаю, что тут все равно происходит. Это пока на самом деле очень сложно. Очень странно. Подкрепление! А что они, а что вы на Nexus пошли, я не понял, пацаны. Да давайте валить сразу Nexus, забейте на этих лохопедов. Да, согласен, надо как бы забить на них и валить Nexus, я пока... Сейчас я дезертиров, один дезертир на базе. Да вот, дезертир. Покажи, да надо как-то отказнить его, где он? Не надо, подожди, может он еще одумается, он у меня на базе, вот. Чувак, в ту сторону потерянный, дезориентированный, понимаешь? Так, тут на самом деле жопа происходит, но сегодня прям равный на самом деле бой. Да, ну почти, я на 20 как бы проигрываю. Ну это фигня на самом деле, это фигня. Пацаны,
Не подведите меня, пожалуйста. Давайте, давайте. Сложно, да. Как все сложно. Ну, ездит, парень, ненормально. Тут бегает, раскидывает всех, а его никто задеть не может. Ты видишь, реально, ему ни один урон еще не нанесли, а он просто бегает и всех пинает. Нормально. Пацаны, все, вы меня очень сильно подводите сегодня, очень сильно меня подводите. Вы, конечно, молодцы в предыдущих сериях, да, но... Подожди, а кто же победит? Подожди, ты сегодня черный или что, мне кажется? Да, черный. А почему ты красным мигаешь? А, типа это когда бьют, ой, красным становится. Пацаны, вы меня подвели! Ну ты подожди, ты еще не проиграл. Ты еще не проиграл. В смысле не проиграл? 7 человек на 33. У тебя в предыдущей серии осталось 100 воинов. Но у меня 30, понимаешь? Так что с этим еще... согласен. Да, тут отрыв на самом деле очень минимальный. Подожди, а у тебя вообще работает? По-моему, у тебя не равно, как не работает. Собака, подожди. Я его забыл включить. У меня, я его забыл поставить. Нормально. Подожди, подожди. Блэк, я его, в принципе, забыл поставить, да, поэтому это как бы не в счет. Ну, мне кажется, что... Что я не знаю, что сейчас произойдет, потому что... Все, рип! Все рип! Эти мои, они празднуют победу! Не, пацаны, давайте, 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 давайте! Будет драка вообще сегодня? Конечно, будет, конечно, будет! Ну, Евгений, я тебя поздравляю с таким минимальным отрывом, но ты справился, ты справился. Ты, спасибо, спасибо. Ну подожди, я еще не победил, потому что, видишь, половину моих не хотят идти в атаку. Да, не да, они дебилы какие-то. Давайте, пацаны, ну пожалуйста. Нормальные у тебя какие-то, ненормальные. Бьются. Да, это круто, что они бьются, а почему подкрепление не идет? Да потому, ну, да сейчас придет все, потихонечку, потихонечку, сейчас все будет, не переживай. Я не вижу, не бейте мой Nexus, не бейте мой Nexus, не надо бить мой Nexus, пацаны, успокойтесь. Надо бить обязательно Nexus. Нет. И желательно еще подкрепление, чтобы пришло. Не надо. Пожалуйста, никакой Nexus. Я вас прошу, пожалуйста, вы можете немножко с базы уйти и все-таки подтянуться ко всем. Да нет, пацаны, не надо. Не надо, пожалуйста. Да что у меня в инвентарь эта хрень лезет? Заколебал. Блин, наверное, это что творится? Так, что творится? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Он своровал мою лошадь, понимаешь? Да. Ну он красавец, моя школа. Давай! Валите их! Ну конечно, шанс на победу нет, но хотя. Есть. Ну на победу вряд ли, потому что. Да, на победу, да. Сломаешь. На победу. Но да. Ты можешь всех перебить моих, потому что они идут. Они просто. А, не, вот смотри, еще подтянулись маленько. Подтянулись, смотри, подтягиваются, подтягиваются. Ну, Nexus как-то они неохотно бьют, если честно. Ну, сейчас все будет, сейчас. Мне кажется, сейчас все порежут. Ну нет, все начали бить потихонечку. Да, по чуть-чуть там например... коцают, что-то коцают, понимаешь? Еще на базе, конечно, вот подкрепление стоит, но что-то да. Оно не хочет. А, ну подожди, я посмотрю у тебя на базе, что таки происходит. Да, тут на. Мы... Да, на базе нормально, на самом деле. Подожди, да. А желтенькие лошади твои или это мои? Это моя, я. Это... Собака, верни! Ну твои тут тоже катаются на моих, так что не переживай. А почему мои не поднимают? Капец, они все забрали мои лошади. Давай, пацаны, вы молодцы. Смотри, какая жестокая битва. Два вот этих рыцаря на лошадях. Сюда. Давайте потихонечку. Я знаю то, что вы порешаете даже без броньки всех. Давай. Да, это понятно. Бронька-то появляется, они воруют броньку. Ну да. Ну потихонечку, да, они воры. Еще те воры. Сейчас на самом деле сложно будет что-то решить, потому что я не представляю, что нам делать дальше. У нас типа ничья или что? Ну, что-то типа того, я не знаю. Так. Первый раз. Нет, не первый раз, второй раз ничья. В первой серии также ничья была. Ну там мы как Nexus просто криво поставили. Точнее, мы тебе пушку эту поставили. Ну да. Но все же, пацаны, ну давайте. Просто пойдите. Ты тут эту стенку поставил, и за нее не видно Nexus, ты понимаешь? Окей, я ее могу убрать, если хочешь. Ну сейчас-то уже поздно, когда у меня была целая армия, тогда надо было ее убирать. Ну да, оправдание. Мысли оправдания. Ты два раза строил где-то на верхушке! Ну, они не могли залезть на верхушку, это я уже понял. Я еще в этот раз не стал строить на верхушке. Прям по центру сделал. Так. Пацаны, я не знаю, что сейчас сделать. Мика, это бесконечная война. 10 на 10 осталось. Ну да. Зато у тебя. Всё. Зато у тебя лошадей больше. Да лошадей на 8. Не станет. Тык обратно забил. Ворую, да. Так. Ну. У меня лошади без наездников даже тут катаются. Жака, мне кажется, они, в принципе, помирились. Потому что, ну, не учитывая вот эту ситуацию, потому что мои тусуются на моей базе, твои тусуются на твоей базе, и всем нормально.
Ну, не, смотри, тут еще какая-то битва идет. Ну, да, мне кажется, нужно всё-таки... Слишком жестокая битва. Так, минус один, нет, не минус один. Не, неприятно смотреть, как они бьют моих... Они катаются на моих лошадях, одевают мою броню и бьют моих... зелененьких орков, понимаешь? Умницы! Просто умницы! Горжусь ими, умница. Понимаешь? Мне больно на это смотреть, поэтому давай я хочу. Я ими просто горжусь, Жек, честно. Мне больно. Больно. Я не хочу на это смотреть. Это война бесконечности, поэтому мы заканчиваем эту серию. Да, это война бесконечности. Ну, сегодня у нас была жестокая, прям такая, знаешь, плечо к плечу битва. Да, хватит. А теперь опять апокалипсис, Пегасисус, Мамазисус, черепахи хус и все прочее в Майнкрафт вылетает. Спасибо всем за просмотр, пускай этот ребенок там играется. Черепашки вперед, в атаку на Пегаса, в атаку. Спасибо всем за просмотр. Тебе тут да, мне тут нормально, нормально. Хорошо, я понял, тебе тут нравится, я тебе... Ребятули, ставьте лайкусик. Ты куда делся? Дай я лайки попрошу нормально, по-человечески, понимаешь? Ну и лайки выпрашивают, как не стыдно. Да, ставьте лайки, обязательно. Ставьте обязательно лайки на мой видос и на его видос. Хотя, если он так говорит про лайки, мне кажется, ему не нужно. В смысле? А, ну хорошо. Тогда ставьте лайки на оба видоса. Минимум. Сколько же минимум? Минимум нужно 15 тысяч на каждую. А если будет больше, то вы вообще молодцы. Что, Майнкрафт начинает, мне кажется, выживание. Подписка. И мы ливаем. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Победила дружба. Покедова.